Дорогие друзья, сегодня мы молимся об исцелении болящего. Я советую вам создать плейлист, в котором вы можете размещать все мои видеомолитвы и прослушивать самостоятельно. Если у вас нет времени или духовных сил, вы можете просто включать, и пусть эта молитва звучит. Очень важно в комментарии написать имя человека, который болеет. Я знаю, что каждый из вас имеет какие-то недомогания, поэтому разделите имена, о которых вы просите в комментариях, разным сообщением. Это будет очень важно, чтобы молитва звучала только на того человека, в котором указано сообщение. Не соединяйте несколько имен в комментарии, разделяйте. Это будет очень важно. Упомяните и свое имя. Итак, молитва об исцелении болящего. Владыка Вседержители, Святый Царю, наказуй и не умерщвляй, утверждай и ниспадающий, и возводяй, низверженные, телесные, человека в скорби исправляя. Молимся Тебе, Боже наш, раба Твоего, имя, немоществующее, посети милостью Твоею, прости ему всякое согрешение, вольное и невольное. Ей, Господи, врачебную Твою силу с небеси, не спасли, прикоснися, телеси, угаси огневицу, укроти страсть и всякую немощь, таящуюся, буди врача раба, имя назовите. Воздвигни его от одра болезненного и от ложа озлобления, целое и совершенно. Даруй его церкви Твоей, благоугождающей и творящей волю Твою. Твое, бо есть, и же миловати и спасатины, Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.